Мактуб и его друзья. Второй сезон, первая серия. Благословенная вода. Заходи. Что делаешь, Ахмад? Иду провожать друга в аэропорт. Значит, сегодня ты не будешь со мной играть? Извини, Сара. Ты можешь поиграть с Ахлям или Ясером, или можешь созвониться со своей подругой Фатимой, чтобы вы вместе поиграли. О, они все сегодня заняты, Ахмад. Ахлям помогает маме готовить. Ясер играет со своим другом Юсуфом. А Фатима вообще в отъезде, они уехали всей семьей. А что это ты положил в сумку, Ахмад? Бутылки с водой. Пересохнут ли реки в мире из-за того, что ты собираешь воду, чтобы защитить нас от жажды, а? Конечно же нет. И не надо тут умничать. Это бутылки с благословенной водой. Мой друг попросил их у меня. А? Что ты имеешь в виду под благословенной водой? Это вода Замзама, Сара. То есть вода из колодца Замзам? Да. Брат, можешь мне рассказать историю этого колодца и почему его вода благословенная? У меня нет времени. Иди к Ахлям, она тебе расскажет. Я же сказала, что Ахлям занята готовкой вместе с мамой. Сегодня дедушка приходит к нам в гости. Хорошо, иди к Ясеру, и он тебе расскажет. Я тоже говорила, что Ясер играет со своим другом Юсуфом. Не раздражай меня, Ахмад. Хорошо. Тогда подожди меня. Когда вернусь, расскажу тебе историю этого колодца, соизволение Аллаха. Не буду я ничего ждать, Ахмад. Я лучше пойду к Мактубу, и он расскажет мне историю этого колодца. Давай, Мактуб, расскажи мне про колодец Замзам. Поведай мне все об этом колодце. Сара, я сегодня очень занят. Оглянись вокруг. Многие дети ждут меня, чтобы я рассказал им истории, как тебе. И они пришли раньше тебя. Приходи завтра, и я тебе все расскажу про колодец Замзам. Нет, ты расскажешь мне все сегодня, Мактуб. Я не вынесу ожидания до завтра. Хорошо, может, ты тогда подождешь Ахмада, и он расскажет тебе историю, как и обещал. Нет, не буду ничего ждать. Ты сейчас же все мне расскажешь, Мактуб. Прошу тебя, ну расскажи. Да чего, упрямый ребенок. Так и быть, я тебе расскажу. Но не перебивай. И не смей играться с предметами в библиотеке во время моего рассказа. Договорились? Договорились, Мактуб. Давай же, расскажи мне о колодце Замзам. Колодец Замзам – это колодец с водой, который расположен в Мекканском Хараме на расстоянии 20 метров от достопочтимой Каабы. Глубина колодца достигает 30 метров. Вода из колодца Замзам считается благословенной, и с ней связана великая история, которая приводится в благословенном Коране. На сегодня пока хватит, а завтра я расскажу тебе саму историю этого колодца, иншаллах, и сообщу тебе, почему же его вода такая благословенная. А, ты обманул меня, Мактуб! Я тебя не обманывал, Сара. Нет, ты меня обманул! Ты дал мне краткую информацию о колодце, а историю про него не рассказал. Это потому, что сегодня я очень занят. И у меня тут много детей, которые просят прочитать им истории. А ты не назначала со мной встречу, пришла и застала меня врасплох. Почему ты считаешь, что все твои просьбы должны мгновенно выполняться? Ты стал настолько важным, Мактуб, что прежде чем приходить к тебе в библиотеку, мы должны назначать с тобой встречу. Сара, я не буду с тобой спорить, потому что у меня нет на это времени. Иди домой, а завтра я расскажу тебе всю историю этого колодца. Даю тебе слово, и я всегда выполняю свои обещания. Даже ты, Мактуб? Ох, все так изменились, все такие заняты, даже эта книга. Я прекрасно тебя слышу, Сара. Давай, иди домой и приходи завтра. Я пойду домой, но завтра не приду. Я сама узнаю историю про этот колодец без твоей помощи. Удачи!
О, не зли меня! Давай, давай, пошла домой, девочка! Сара, с тех пор, как ты пришла, я вижу, что ты чем-то расстроена. Неужели кто-то обидел мою прекрасную внучку? Все обидели, дедушка. Все обидели мою маленькую прекрасную луну? Иди сюда. Иди сюда, Сара. Да, дедушка, все они обидели твою маленькую луну. Хорошо. Расскажи мне, как же это произошло? Я хотела узнать историю колодца Замзам, а сегодня все заняты, и я не нашла никого, кто бы рассказал мне эту историю. А почему именно эта история? Я увидела, как Ахмад ставит в сумку бутылки с водой. Он сказал, что это благословенная вода из колодца Замзам, и что перед отъездом своего друга он передаст ему эти бутылки. Мне стало любопытно, я захотела узнать историю колодца Замзам. Почему же ты не пошла к Мактубу, чтобы он рассказал тебе эту историю? Дедушка, Мактуб тоже был занят. У него в библиотеке сидело несколько детей, которые приходят к нему каждый день, чтобы он рассказывал им истории. Ходят каждый день, чтобы он рассказал им истории? И в чем проблема? Ты пошла к нему, и он отказался тебе что-либо рассказать? Нет, дедушка, он обманул меня. Он просто дал мне самую общую информацию об этом колодце. Что же он тебе сообщил? Он сказал, что Замзам — это колодец с водой, который расположен в Мекканском Хараме на расстоянии 20 метров от Каабы, и что глубина колодца достигает 30 метров. Затем он сказал: «Завтра я расскажу тебе остальную историю, а сейчас я занят». Он не обманул тебя, Сара. Он на самом деле очень занят. Поэтому он и решил рассказать тебе остальную часть истории завтра. Но ты не расстраивайся, красавица моя. Я сам расскажу тебе эту историю. О, ты расскажешь ее прямо сейчас? Да. Вот, послушай, внученька. Пророк Ибрахим, мир ему, женился на госпоже Саре, но у нее не было детей. Тогда она подарила ему свою служанку Хаджар, чтобы та родила ему ребенка. И действительно, госпожа Хаджар родила пророка Аллаха Исмаиля, мир ему. В один из дней Аллах приказал Ибрахиму, мир ему, отправиться с Хаджар и их сыном Исмаилем, мир ему, в долину, где никто не жил, и где не было растений или воды, у заповедного дома Аллаха, и оставить Хаджар и Исмаиля там. Когда пророк Ибрахим собрался уходить, Хаджар спросила его: «Ибрахим, это Аллах повелел тебе так поступить?» Он ответил: «Да». Она сказала: «Тогда Аллах не даст нам пропасть». Всевышний Аллах сказал в своем могущественном писании, с именем Аллаха Милостивого и Милосердного: «Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают намаз, наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами. Быть может, они будут благодарны».
Госпожа Хаджар осталась со своим сыном Исмаилем в этой пустыне. Прошли дни, у них закончилась вода и провизия, которую они брали с собой. Грудной ребенок начал кричать и плакать от сильного голода и жажды. Тогда госпожа Хаджар принялась бегать между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва в надежде найти воду или пищу, или кого-то, кто бы их спас. Она бегала между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва 7 раз. Когда госпожа Хаджар вернулась к своему сыну, она услышала какой-то звук и сказала: «Тсс». Затем она прислушалась еще раз и сказала: «Помоги мне, если в тебе есть благо». И оказалось, что это Джибриль, мир ему, бьет землю своими крыльями, и там забила ключом вода Замзама. Это была благословенная вода. Хаджар сильно обрадовалась и принялась огребать источник из боязни, что вода закончится. Она черпала воду и говорила: «Зам, зам». По этой причине колодец и получил название Замзам. Хаджар выпила воды и покормила грудью своего сына. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Да помилует Аллах мать Исмаиля, если бы она оставила Замзам, или же он сказал, если бы она не черпала воду с Замзама, то он бы стал потоком». Мекка начала заселяться людьми, и Аллах ответил на дуа пророка Ибрахима, мир ему. Началась жизнь в этом благом, благословенном месте. Ах, ты прекрасен, дедушка! Ты тоже прекрасна! Скоро увидимся, дедушка! Куда? Куда ты пошла? Я позвоню Мактубу, чтобы сообщить ему, что сама узнала всю историю. Бесплатный билет. Юсуф, ты уже сообщил всей команде, по какому плану мы будем играть завтра? Да, Ясир, конечно. Я всем рассказал. И они поняли, какой у нас план. Соизволение Аллаха, мы победим. Надеюсь на это, друг. За время чемпионата мы хорошо потрудились. Осталось только выиграть этот матч. И наша команда получит кубок. Соизволение Аллаха, мы сделаем это. Ну что, может, пойдем сейчас спать? Чтобы утром мы проснулись пораньше и были активными. И добились того, к чему мы так стремились в последнее время. Правильно говоришь, Юсуф. Я уже иду спать. Встретимся на благе завтра, друг. Спокойной ночи. Пока, друг мой. Юсуф попросил меня передать тебе бесплатный билет на финальный матч. Давай, давай, Мактуб! А не то опоздаешь на матч и не воспользуешься бесплатным билетом. Ну же, давай, поспеши, Мактуб, времени нет! Сара, что ты имеешь в виду под словами «бесплатный билет»? Ты так часто их повторяешь. Послушай как следует. Юсуф и Ясир – мои друзья. Я собирался прийти на их финальный матч, даже если бы мне пришлось заплатить за билет.
А как ты собирался покупать билет, когда у тебя нет денег, Мактуб? Когда-нибудь у меня будет достаточно большая зарплата, и я куплю себе все, что хочу. В том числе билеты на финальный матч команды Юсуфа и Ясера. Но ты так и останешься книгой. А книги не работают, Мактуб, и не получают зарплату, как люди. Это пустые мечты. Еще одно слово, девушка, и я выгоню тебя из моей библиотеки. Поняла? Не делай этого, потому что твой билет у меня. Если ты выгонишь меня из своего кабинета, я порву билет перед тобой, и ты не пойдешь на матч. Понял меня? В этот раз ты одержала надо мной верх. Я всегда остаюсь победительницей, Мактуб. Хорошо, дай мне билет и следи за библиотекой, пока я вернусь. И не балуйся. А? Что произошло? Посмотри вокруг! Что это за огонь? Что за густой дым? На стадионе произошел пожар, и матч отменили. Альхамдулилля, никто не пострадал. Если бы не милость Аллаха, а затем вмешательство пожарных, все могло бы быть гораздо хуже. Хвала Аллаху в любом случае. Прибегаю к защите Аллаха от огня в этом мире и в мире вечном. Весь этот огонь и густой дым, Юсуф, напоминает мне историю пророка Ибрагима, когда его народ бросил его в огонь. Видимо, отмена матча повлияла на твой рассудок. Ты говоришь, что народ пророка Ибрагима бросил его в огонь? Скажи еще, что после этого он вышел живым из огня. Да, именно так и произошло. Откуда у тебя эти сведения? Подождите-ка. Вы спорите перед матчем вместо того, чтобы объединиться ради победы? Матч отменили. На стадионе произошел пожар. О, Аллах! Кто-нибудь пострадал? Нет, хвала Аллаху. Но, видимо, отмена матча стала для Ясера таким потрясением, что повлияло на его рассудок. С рассудком у меня все нормально. Это ты ничего не знаешь и не читал истории о пророках. Хорошо, пусть Мактуб рассудит между нами. Согласен. Мактуб! Ясер говорит, что народ пророка Ибрагима, мир ему, бросил его в огонь. И он вышел из него живым. Это правда, Юсуф. Как? Огонь же все сжигает. Так и есть. Огонь сжигает все. Но одним из чудес нашего господина Ибрагима было то, что он вышел живым из огня. Хотите, я расскажу вам эту историю? Да, расскажи. Расскажу. Но не рядом с этим пожаром и дымом. Боюсь, дым повредит мои страницы и обложку. Идемте со мной в библиотеку. Пошли. Пророк Ибрагим, мир ему, хотел доказать своему народу, что идолы, которым они поклонялись, не могут защитить самих себя, и что они не боги. Он разбил всех идолов, кроме самого большого из них. Он даже повесил на него топор в надежде, что они спросят его, кто же разбил остальных идолов. Когда люди из народа Ибрагима вернулись, после того, как отметили свой праздник за пределами города, и обнаружили, что их идолы разбиты, они сильно разгневались и обвинили пророка Ибрагима, мир ему, в том, что это его рук дело. Когда они спросили его об этом, он ответил им: «Нет, это сделал их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать». Ибрагим, мир ему, хотел разъяснить своему народу, что идолы, которым они поклоняются, не в состоянии даже просто защитить самих себя. Так как же они могут быть богами? И его народ признал недееспособность своих идолов, когда ответил Ибрагиму, мир ему: «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать.
делать? Пророк Ибрагим, мир ему, ответил им: «Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам? Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?» То есть, как вы можете поклоняться этим идолам, когда вы знаете, что они ни на что не способны, что они не могут ничем помочь и навредить? Вместо того, чтобы ответить на призыв пророка Ибрагима, мир ему, они возгордились и договорились между собой сжечь на костре пророка Ибрагима, мир ему. Они собрали много дров и развели огонь. Затем они бросили пророка в этот огонь. Но Аллах спас его. Всевышний Аллах сказал: «О огонь, стань для Ибрагима прохладой и спасением». Несмотря на то, что они увидели это чудо, которое произошло прямо перед ними, они продолжили упорствовать в своем неверии, беззаконии и упрямстве. Когда пророк Ибрагим понял, что они не воспринимают его призыв, он совершил переселение из Вавилона, который находился в Ираке, в Шам. «Теперь ты мне поверил?» «Да. В этой истории я убедился, как забота Аллаха о его рабах защищает их от всякого зла. Если все люди соберутся, чтобы навредить какому-то человеку, а Аллах захочет сохранить его, то они не смогут причинить ему зло. Именно это и произошло с пророком Аллаха Ибрагимом, мир ему. Аллах сохранил его от зла его народа и от огня. Да благословит тебя Аллах, Юсуф. Мактуб, почему ты грустный? Я грустный, потому что не воспользовался своим бесплатным билетом и не посмотрел матч. Мактуб и его друзья. Второй сезон. Вызов на 30 дней. Сара! Мы уже долгое время не бросали друг другу вызовы. Мне как-то скучно. У тебя есть идеи, что бы мы могли придумать? Давай на этот раз наш вызов будет связан с тем, чтобы мы приблизились к Всевышнему Аллаху. Что ты имеешь в виду? Поясни подробнее. Какое-то время назад мы с тобой договаривались, что доучим наизусть джуз табарак, но так этого и не сделали. Мы просто ленились и много играли. Как думаешь, может, мы сейчас сделаем это? Доучим джуз табарак? Прекрасная идея! Давай определим, за какое время мы должны это сделать. Может, месяц? Доучим джуз за 30 дней. Договорились. Хорошо, начнем с завтрашнего дня. Нет, начнем уже сегодня. Такие дела нельзя откладывать на завтра. Согласна. Сейчас пойду домой и начну учить. Я тоже соберу игрушки, занесу в дом и начну прямо сейчас. Мы можем учить вместе, подруга. Только скажи мне, и я приду к тебе. Или ты придешь ко мне учить. Прекрасно. Странно. Я заметил, что они в последнее время так много читают Коран, словно собираются участвовать в конкурсе по чтению или заучиванию Корана. Эти две девочки так любят играть. Так что же их заставляет все это время читать Коран? Наверное, это или конкурс, или они бросили вызов друг другу. Да, Бумар, у тебя абсолютно правильные догадки. Конкурс. Нет. Они бросили друг другу вызов, чтобы выучить наизусть джуз табарак за 30 дней. А завтра они пойдут к Мактубу, чтобы он помог им понять некоторые суры и аяты. Хвала Аллаху. Да благословит их обеих Аллах и достойно вырастет.
Безусловно, бросить друг другу такой вызов – прекрасная идея. Но скажите мне, почему вы пришли сейчас? Хотите, чтобы я рассудил, кто из вас победил? Нет, мы пришли к тебе, потому что сура Аль-Джин остановила нас, когда мы ее заучивали. Почему? Мы думали, что Аллах отправил пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, только к людям. Но из этой суры я поняла, что есть и другие создания, которые будут, как и мы, спрошены за свои деяния. И это джинны. Да, это так. Ты бы не мог рассказать нам историю пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с джиннами? Хорошо, я расскажу ее вам. Всевышний Аллах ниспослал целую суру и назвал ее Аль-Джин. Он также упомянул о джиннах в нескольких местах в Коране. И одна из таких историй связана с возвращением пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из Таифа. Несколько дней он оставался в Вади-Нахля, в местности, располагавшейся рядом с Меккой. Когда он находился там, Аллах отправил к нему группу джиннов, которые послушали благородный Коран, приняли ислам и вернулись к своему народу, предостерегая их и неся благую весть. Разве бывают праведные и порочные джинны, верующие и творящие нечестие? Да, Фатима, среди них есть верующие и неверующие, праведные и нечестивцы. Также среди них есть шайтаны и ифриты. Всевышний Аллах привел слова джиннов. Среди нас есть мусульмане и уклонившиеся. Те, которые стали мусульманами, последовали прямым путем. Уклонившиеся же будут дровами для гиены. Всевышний Аллах также сказал: «Среди нас есть праведные и те, которые ниже этого». Мы были разрозненными группами. А у них есть сверхспособности? Да, Всевышний Аллах наделил джиннов особыми способностями. К ним относится их сверхъестественная скорость передвижения. Джинны также могут парить в космосе. Они прислушивались к тому, о чем говорилось и происходило на небесах, и передавали эти вести прорицателям, добавляя от себя много лжи. Когда же Всевышний Аллах отправил пророка Мухаммада, небеса стали охраняться пылающими огнями и ангелами. Всевышний Аллах привел слова одного из джиннов. «Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. Прежде мы садились там на седалищах, чтобы подслушивать, но тот, кто подслушает сейчас, обнаружит, что его подстерегает пылающий огонь». А чем они питаются? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что пища джиннов – это кости и помет. Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, спросили об этом, и он сказал, что это относится к пище джиннов. Также передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Один из джиннов пришел ко мне с приглашением, и я пошел с ним и читал им Коран». Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повел с подвижников к этому месту и показал им следы джиннов и следы их костров. Джинны спросили у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что им дозволено есть. И он сказал им: «Вы можете употреблять в пищу каждую кость, над которой было упомянуто имя Аллаха. В ваших руках она будет обильно обрастать мясом, а помет – это корм для ваших животных». Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Так не делайте истинджа, очищение после справления нужды, с помощью этих двух предметов, ведь они являются пищей ваших братьев, то есть братьев по вере из числа джиннов». Прекрасная информация! Да воздаст тебе Аллах благом, Мактуб! Фатима, что с тобой? Прошлой ночью она много читала и учила наизусть, нормально не спала. Говори потише. Это я держу победу в нашем вызове. Видимо, она победила во сне. Мактуб и его друзья. Второй сезон. Библиотека Юсуфа. Ну, что ты скажешь о моей новой библиотеке, друг? Я месяцами работал над ней, приложил колоссальные усилия, чтобы она так выглядела. А...
Она похожа на библиотеку Мактуба. И даже еще больше и лучше. Она новая, и в ней есть много книг, которых ты не найдешь у Мактуба. Ты молодец. Видимо, тебе больше не придется идти к Мактубу. Конечно. Зачем мне к нему ходить? Я купил книги по разным наукам. У меня уйдут долгие годы на то, чтобы прочитать их все. Я думаю, ты прав. Табарак Аллах. Эта библиотека переполнена книгами и историями. Отдаю должное твоим усилиям. Ты всегда меня поражаешь. Спасибо. Скажи мне, Мактуб, что с тобой? У меня все в порядке. Не переживай за меня, Умар. Как же не переживать? С тех пор, как я сюда пришел, ты не разговариваешь со мной и выглядишь рассеянным. Я немного расстроен. Из-за чего? Спроси своего брата, Умар. Сейчас я понял. Ты расстроился из-за того, что Юсуф основал у нас дома библиотеку. Да. Зачем он это делает, когда моя библиотека всегда для него открыта, и я ни дня не опаздывал? Видимо, они с Ясером решили обойтись без меня. Они тебе так сказали? Нет, они этого не говорили, но их действия подтверждают мои слова. С тех пор, как у Юсуфа появилась своя библиотека, они с Ясером ни разу меня не навестили. Хорошо, а что ты скажешь на то, чтобы самому пойти к ним? Невозможно. Почему невозможно? Они решат, что я нуждаюсь в них. Хотя все в точности наоборот. Это им нужно, а не мне. Все не так, Мактуб. Все мы друзья. Ты пойдешь к ним, чтобы навестить их как друзей, а не по какой-то другой причине. Я уважаю твою точку зрения, но уж извини меня, я не пойду. Это твое окончательное решение? Да. Думаю, ты пойдешь. Особенно если узнаешь, что библиотека Юсуфа больше твоей. И в ней много книг, которых, скорее всего, нет у тебя. Это невозможно. Юсуф не мог организовать библиотеку лучше, чем у меня. Или приобрести книги, которых у меня нет. Тебе лучше пойти туда и самому убедиться, так ли это. Я же сказал, что не пойду. Как хочешь, друг, но я считаю, что твое любопытство заставит тебя пойти. Это пустые мечты. Мои мечты станут реальностью завтра. До скорой встречи. Я пойду, но надолго там не задержусь. Ты удивил меня своим неожиданным приходом, Мактуб. Мактуб всегда всех удивляет, особенно своей информацией, заключенной в его страницах. Думаю, моя библиотека тоже тебя поразила своим великолепием и количеством книг. На страницах Мактуба есть вся нужная информация, Юсуф. И ты это знаешь. Хорошо, давай посмотрим. И я тебе докажу, что в моей библиотеке есть вся информация, которая имеется на твоих страницах. Я согласен, Юсуф. Хорошо. Спроси меня о чем-нибудь. И я поищу в книгах, что об этом говорится. Дай-ка мне немного подумать и осмотреть твою библиотеку. Пожалуйста. Ага. Юсуф, у тебя здесь явная нехватка религиозных книг. Это мой шанс победить тебя. Ты закончил? Да. Расскажи мне историю сыновей Адама, Кабиля и Хабиля. У меня определенно должна быть книга, в которой описывается эта история. Подожди несколько минут, чтобы я нашел тебе книгу. Сыновья Адама, Кабиль и Хабиль. Видимо, я приобрел недостаточно религиозных книг. Неудобно-то как. Ну что, нашел? Дай мне еще время. Хорошо, ищи сколько хочешь. К сожалению, я не нашел книгу, в которой рассказывается эта история. Я выиграл! Я признаю твою победу, но давай теперь ты мне расскажешь историю сыновей Адама, Кабиля и Хабиля. Сначала ты должен признать, что твоя библиотека не может заменить тебе меня. Это я даю тебе всю информацию, которую ты хочешь узнать. Я признаю это, друг.
Ну же, расскажи мне историю. У Адама, мир ему, было два сына – Кабиль и Хабиль. Кабиль завидовал своему брату, ненавидел его и угрожал убить. Хабиль был человеком благочестивым и богобоязненным и многократно обращался к своему брату с благими советами, напоминал ему о кровном родстве между ними и о том, что они должны быть добры друг к другу. Но Кабиль не слушал его и подошел, чтобы убить его. Хабиль сказал ему: «Если ты подойдешь ко мне, чтобы убить меня, я не приближусь к тебе и не убью тебя». И Кабиль подошел к нему и убил своего брата. Некоторые говорили, что он убил его камнем, который лежал рядом с ними, а другие сказали, что он убил его куском железа. Но суть здесь в том, что первым, с кого начались убийства на земле, был Кабиль, и он понесет на себе грехи убийств до судного дня. Убив своего брата, Кабиль стоял и смотрел на его неподвижное тело. Он оставлял труп своего брата на поедание насекомыми и зверьми. И тогда Аллах отправил ворона, который начал разгребать землю рядом с телом Кабиля, показывая ему, как нужно хоронить труп. Тогда Кабиль почувствовал сожаление и печаль из-за того, что убил своего брата, и стал порицать себя за то, что совершил, и задаваться вопросом, как у этого ворона могут быть человеческие чувства, которые отсутствуют у него самого. Но сожаление уже не поможет ему после того, что он совершил этот ужасный грех. О Аллах! Брат убивает своего брата! Хвала Аллаху, который наделил нас богобоязненностью и мягкосердечностью. Мактуб, ты останешься моим лучшим другом, и я никогда не смогу обойтись без тебя, даже если приобрету 1000 книг. Знаю, Мактуб лучше 1000 книг. Ферма моего дедушки. Юсуф, готовься! Скоро выдвигаемся. Я готов, друг. Как только ты дашь мне сигнал, я выйду с тобой. Куда это вы собираетесь? Мой дедушка берет нас на свою ферму. Когда? Через 10 минут. А почему вы не сообщили мне об этом раньше? А зачем нам нужно тебе об этом сообщать, Мактуб? Ты что, наш опекун? Нет, Юсуф, но я ваш друг. Ты хочешь пойти с нами, Мактуб? Да. Хорошо. В чем проблема? Идем с нами. А кто позаботится о моей библиотеке в мое отсутствие? Я придумал. У меня идея. Какая? Я предложу Ахмаду прийти сюда и сидеть вместо тебя в библиотеке, пока мы не вернемся с фермы. Прекрасная идея! Но согласится ли Ахмад? Посмотрим. Сейчас я напишу ему сообщение. Что он тебе сказал? Он согласился. Тебе повезло, Мактуб. Он недалеко отсюда. И подойдет в течение 5 минут. Прекрасно! А я вместе с вами посещу ферму дедушки. Я так рад! Мы тоже рады! Конечно, вы рады! Ведь я иду с вами! Нет! Мы рады, потому что мы едем на ферму моего дедушки. Как у тебя дела, Мактуб? Хорошо, дедушка. А как дела у вас? У меня все хорошо до тех пор, пока у вас все хорошо. Расскажите, дедушка, каких животных вы содержите на ферме? Всех животных, Мактуб. Всех животных? У вас есть бараны, коровы, козы и кони? Да, Мактуб. Прекрасно! Я так хочу посмотреть на всех этих животных! Надеюсь, вы счастливо проведете время на моей ферме.
Мы счастливо проводим время с тех пор, как увидели ваше приветливое лицо, дорогой дедушка. Да благословит тебя Аллах. Что это? Мактуб, посмотри на эту корову. Она так сильно отличается от остальных коров своим цветом. Очень заметный цвет. Желтая корова. Эта корова напоминает мне корову сынов Исраиля. Корову сынов Исраиля? Ну же, Мактуб, чего ты ждешь? Расскажи нам историю той коровы. Мы сейчас на ферме дедушки, и он имеет больше прав, чем я, на то, чтобы рассказать вам эту историю. А мне позвольте насладиться наблюдением за животными. Давайте, дедушка, расскажите нам. Хорошо, дети. Я расскажу вам, потому что Мактуб занят тем, что рассматривает животных. Был один старый человек. Он обладал огромным богатством, и у него не было наследников, за исключением его племянника, сына его брата. И этот племянник решил ускорить получение наследства. Убил своего престарелого дядю и бросил его труп перед дверьми дома другого человека. А утром убийца пришел, принялся слезно оплакивать своего дядю и обратился к пророку Аллаха Мусе, мир ему, чтобы тот рассудил их и показал, кто же убийца. И Муса воззвал к своему Господу, чтобы он показал ему убийцу. Аллах сообщил ему, что приказывает сынам Исраиля зарезать корову. Когда же Муса рассказал им об этом, они разгневались и сказали ему: «Неужели ты насмехаешься над нами?» Он ответил: «Нет, это то, что приказал вам ваш Господь, и это необходимо сделать, чтобы вам была показана истина». Тогда они спросили его, как им выбрать эту корову, что именно от них требуется и какого возраста должна быть корова. Это был поток вопросов, который градом сыпался на пророка Аллаха Мусу, мир ему. Он сказал им: «Мой Господь сообщил мне, что эта корова должна быть в расцвете сил, то есть среднего возраста. Это не старая корова и не молодая». Они пошли искать такую корову, но затем вернулись к Мусе с еще более сложными вопросами. Они сказали Мусе, чтобы тот обратился к своему Господу за разъяснениями, какого она должна быть цвета. Муса, мир ему, спросил своего Господа, и он сообщил ему, что эта корова светло-желтого цвета. Но сыны Израиля все продолжают спрашивать и спрашивать до тех пор, пока Аллах не усложнил им их задачу. Их следующий вопрос был связан с тем, чем занимается эта корова и какие у нее качества. Ведь все коровы кажутся им похожими одна на другую. И Аллах внушил им, что эта корова здорова и не имеет отметин или дефектов. Она изнеженная, не приучена пахать землю. Сыны Израиля очень долго искали такую корову, пока, наконец, не обнаружили ее у одного мальчика. И он потребовал заплатить ему золотом по весу коровы.
Когда сыны Израиля услышали о такой чрезмерной цене за корову, они снова пришли к пророку Аллаха Мусе и попросили его, чтобы он вновь обратился к своему Господу. Они хотели, чтобы Аллах позволил им зарезать любую другую корову. Но пророк Муса передал им, что все условия должны быть полностью соблюдены. Сыны Израиля купили эту корову, и Муса зарезал ее, взял ее часть и ударил ею мертвеца. И как только Муса сделал это, как только он ударил убитого частью коровы, к мертвецу вернулась его душа. Он указал на своего убийцу, а затем снова умер. А сейчас скажите мне, что вы для себя взяли из этой истории? Что из нее выучили? Эта история, дедушка, показывает нам, насколько бесконечна мощь и величие Аллаха. Ничто не может ему противостоять или сбежать от него. Также из этой истории можно выучить то, что мы должны выполнять приказы Аллаха и не быть упрямыми или чрезмерно требовательными, как сыны Исраиля. Да благословит вас Аллах, дети мои. Скажите мне, дедушка. Что ты хочешь, Мактуб? Я получил такое удовольствие от пребывания здесь, поскольку эта ферма – источник счастья для всех, кто ее посещает. Что вы скажете о том, чтобы мы назвали ее «счастливой фермой»? Кто выиграл в конкурсе? Ты хорошо подготовился к конкурсу, Умар? А как же иначе, Юсуф? Такой конкурс Мактуб проводит раз в год в своей библиотеке, а призом будет разрешение бесплатно забирать на дом любые книги в течение целого года. Как думаешь, брат, мы выиграем? Надеюсь на это. Но ты должен как следует повторить то, что ты выучил. Мы вступаем в этот конкурс как одна команда, Юсуф, а не как отдельные люди. Не волнуйся, брат. Я немного отдохну и снова начну готовиться. Иншаллах, мы выиграем в конкурсе. Надеюсь на это, брат. Единственное препятствие перед нашей победой – это команда Ахмада и Ясера. Это сильная команда, ее не стоит недооценивать. Ох, как я устал, брат. Достаточно того, что мы уже повторили. Давай, давай, Ясер, постарайся повторить еще больше. Это не просто состязание. Завтра мы встретимся с сильными командами. И ты, конечно же, знаешь, какая команда будет самой сильной. Ты имеешь в виду команду Умара и Юсуфа? Да, команда Умара и Юсуфа. Очень сильная, они очень начитанные. Их ни в коем случае нельзя недооценивать. Хорошо, брат. Давай будем еще больше стараться и подготовимся так, чтобы победа была нам гарантирована с соизволения Аллаха. А сейчас мы начинаем конкурс. У нас сегодня 6 команд. В конечном итоге победит только одна команда. Давайте же начнем, друзья! Сейчас в финале остается только команда Ахмада и команда Умара. Кто из них одержит победу в конкурсе? Мы узнаем об этом с помощью последнего вопроса. Тот, кто быстрее ответит на него, и будет победителем. Вы готовы? Да! Тот царь, который достиг в своей власти востока и запада земли. А, какой сложный вопрос. Ахмад, ты знаешь ответ? Нет! Что это за вопрос, Мактуб? Это вопрос, который определит среди вас победителя. Умар,
Я не знаю ответа. Я тоже, Юсуф. Видимо, обе команды не знают ответа. Это означает, что у нас ничья. Как это ничья? Я имею в виду, что вы оба победили. Это была достойная борьба, Юсуф. Ясер, вы прекрасная команда. Мы были счастливы соревноваться с вами. Подожди, Мактуб. Это замечательно, что мы все выиграли в этом конкурсе. Но ты должен сказать нам ответ на вопрос. Мы не знаем ответа. Ахмад, ответ на вопрос – это Зулькарнейн. Зулькарнейн? Мактуб, а кто это Зулькарнейн? Это долгая история, Юсуф. Так чего же ты тогда ждешь? Почему вы так на меня смотрите? Ну ладно, я расскажу. Всевышний Аллах упомянул о Зулькарнейне в Коране и похвалил его справедливость. Он сказал, что Зулькарнейн доходил до востока и запада, властвовал над целыми регионами и правил по справедливости. Его звали Зулькарнейном, обладателем двух рогов, потому что он достиг двух корнов солнца, то есть востока и запада, и овладел землями между ними. Люди Писания или многобожники спросили посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, про историю Зулькарнейна, и он рассказал о нем только то, в чем для них было назидание и напоминание. Что касается остальной информации о Зулькарнейне, то ее он не рассказал. Всевышний Аллах сказал: «Они спрашивают тебя о Зулькарнейне. Скажи, я прочту вам поучительный рассказ о нем». Зулькарнейн – это человек, которому Аллах даровал власть и влияние в различных регионах земли, и люди покорились ему. У него была огромная армия, и с этой армией он мог побеждать врагов и достичь востока и запада земли. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, мы наделили его властью на земле и одарили его всякими возможностями». Посредством того, что ему даровал Аллах, он достиг места, где заходило солнце. Там он обнаружил один народ, и он должен был выбрать одно из двух – либо наказать их, либо поступить с ними хорошо. Очевидно, это был неверующий или нечестивый народ. И Зулькарнейн сказал: «Я разделю их на две группы. Того из них, кто не уверовал, мы накажем. Затем он вернется к своему Господу, и тот накажет его в вечной жизни, в Ахире. Таким образом, он получит два наказания. Одно в Дунье, другое в Ахире. Что же касается тех, кто уверовал и поступал праведно, то им будет рай, и они будут в хорошем положении перед Аллахом. Таким будет их воздаяние в судный день. Мы поступим с ними хорошо и будем говорить с ними по-доброму». Всевышний Аллах сказал: «Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный или горячий источник. Около него он нашел народ. Мы сказали: «О, Зулькарнейн, либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро». Он сказал: «Того, кто поступает несправедливо, мы накажем, а потом его возвратят к его Господу, и он подвергнет его тяжким мучениям. Тому же, кто уверовал и поступает праведно, будет наилучшее воздаяние, и мы скажем ему наши легкие повеления». Затем он отправился туда, где восходит солнце, и обнаружил, что оно восходит над людьми, которые ничем не прикрывались от солнца, либо из-за того, что у них не было жилищ, защищающих от солнца, по причине их дикости и нецивилизованности, либо из-за того, что солнце всегда находилось над ними и не заходило. Всевышний Аллах сказал: «Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым мы не установили от него никакого прикрытия». После этого Зулькарнейн отправился на север, пока не оказался между двух горных преград. И там произошла его история с Яджуджем и Маджуджем. И это долгая история. Я расскажу вам ее в будущем, иншааллах. Мактуб, расскажи нам ее сейчас. Нет, не сейчас. Я же говорю, это долгая история. А сейчас две команды. Скажите мне, что вы взяли для себя из истории, которую я вам только что рассказал? Я понял, что Аллах одаряет разными возможностями своих праведных рабов и дарует им победу против несправедливых и преступных людей. В истории Зулькарнейна содержится огромная польза.
в том числе убежденность в том, что человека, который верит в одного Аллаха, у которого нет сотоварища, ничто не может сломить, и Аллах дарует ему победу против несправедливых людей и притеснителей. Для Аллаха, Азза ва Джаль, нет ничего невозможного. Невозможное становится реальностью, когда он просто говорит «кун», «будь», и оно сбывается. И несправедливость обязательно закончится. Аллах отправит к каждому несправедливому человеку искреннего верующего раба, который избавит людей от произвола и тирании. Прекрасные ответы, друзья! Мактуб. Второй сезон, 7-я серия. Могилы моих дедов. Доброе утро, дедушка. Добро пожаловать, Ахмед. Почему ты так рано проснулся? Разве у тебя не выходной сегодня? Да, но я привык рано вставать и рано ложиться спать. Разве вы забыли, дедушка, как сами советовали мне и говорили? Ахмед, рано ложись спать и рано вставай, и тогда будешь наслаждаться своим здоровьем. Да благословит тебя Аллах, Ахмед. Скажите мне, дедушка, почему вы тоже встали в столь ранний час? Сейчас ты задаешь мне такой же вопрос, внук мой. Я собираюсь навестить могилы моих предков. Могилы ваших предков, дедушка? Вы имеете в виду ваших родителей и дедов? Да. Можно мне пойти с вами? Я ни разу не посещал их могилы. Я согласен, но есть одно условие. Какое, дедушка? Чтобы ты был готов к выходу через 10 минут. Да я еще раньше буду готов, дедушка. Хорошо, я поставлю таймер. Еще с нами пойдет Мактуб. А Мактуб, как и я, любит пунктуальность. Ну же, иди. Куда идешь, Ахмед? Я собираюсь с дедушкой навестить могилы его родителей и дедов. Могилы его дедов? Я никогда раньше их не навещал. Я тоже. Поэтому сегодня я туда и иду. Можно мне тоже пойти с вами? Не думаю. Дедушка дал мне на сборы 10 минут. Мне кажется, он очень торопится. Также с нами пойдет Мактуб. И он тоже крайне пунктуальный. А ты, Ясер, можешь нас задержать. А сколько времени осталось? 5 минут. Я за 3 минуты буду готов. Посмотрим. Я поставлю таймер. Да помилует Аллах наших умерших, дедушка, и всех умерших мусульман. Аминь. Да помилует Аллах мусульман, и живых среди них, и умерших. О Аллах! Неужели Аллах оживит всех этих людей спустя долгие годы после их смерти? Вот эта фраза, Ясер, напоминает мне историю Узейра. А кто этот Узейр, Мактуб? Говорили, что это праведный человек из числа сынов Исраиля. Также есть мнение, что это был один из пророков. Ты можешь рассказать мне его историю? Я ничего не рассказываю в присутствии дедушки. Попроси его рассказать тебе. Дедушка, вы можете мне рассказать историю Узейра? Я расскажу ее тебе. Но при условии, что ты всегда будешь делать дуа за моих родителей и дедов, мой маленький внук. Быть может, на твое дуа придет ответ. Дедушка, я обещаю тебе, что всегда буду делать за них дуа о милости и прощении. И я прошу Аллаха, чтобы моя мольба была принята. Хорошо, внучок. Пойдем. Я расскажу тебе эту историю в машине по дороге домой. Узейр был одним из праведников. Говорили также, что он был одним из пророков Бану Исраиль. Его история начинается с того, что он зашел в одно дальнее селение, и с ним был его осел, который нес одну корзину с виноградом, а другую корзину с инжиром,
Когда наступил полдень и жара усилилась, Узейр вместе с ослом зашел в это заброшенное место, представлявшее собой древние развалины и руины. Там он решил немного передохнуть. Он достал виноград из корзины, которую нес осел, и выжал часть винограда в миску. Затем он принялся макать в этот сок сухой хлеб, который размягчался. И он ел его, утоляя свой голод и облегчая жажду. Когда он закончил обедать, он растянулся на земле, лег на спину и начал разглядывать развалившиеся дома. Это зрелище сильно его поразило, и он задался вопросом, который Всевышний Аллах привел от имени Узейра в своей книге. Как Аллах воскресит это после того, как все это умерло? И тогда Всевышний Аллах забрал душу Узейра и умертвил его осла на 100 лет, а затем воскресил его. Он сказал: «Сколько ты пробыл здесь?» Он сказал: «Я пробыл день или часть дня». И его Господь сказал ему: «Нет, ты пробыл 100 лет. Посмотри на свою еду и воду. Они даже не изменились по могуществу Всевышнего Аллаха. И посмотри на своего осла, как истлели его кости». Затем Аллах повелел костям собраться. И они собрались. Начали покрываться мясом. Затем у осла появилась кожа и шерсть, после чего Аллах вдохнул в него душу, и осел встал. Все это произошло по велению Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания». Он сказал: «Как Аллах воскресит это после того, как все это умерло?» Аллах умертвил его на 100 лет, а затем оживил и сказал: «Сколько ты здесь пробыл?» Он сказал: «Я пробыл день или часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл 100 лет. Посмотри на свою еду и воду. Они даже не изменились, то есть они не испортились. И посмотри на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как мы соберем кости, а затем покроем их мясом». Когда это было показано ему, он сказал: «Я знаю, что Аллах способен на всякую вещь. А сейчас скажите мне, какие уроки вы усвоили из этой истории?» В истории Узейра, дедушка, много мудрости и назиданий. В том числе, она показывает нам абсолютное могущество Аллаха. Всевышний Аллах способен на всякую вещь, и ничто не в силах помешать ему. Также из этой истории можно извлечь понимание того, что человеку следует задаваться вопросами и пытаться удостовериться в том, что он их правильно понимает. Если же довод не был подтвержден, ему следует принять его как есть и просто признать то, о чем сообщил Всевышний Аллах, и Аллах знает лучше. Да благословит вас Аллах, внуки мои! Мой сад лучше. Машаллах! Прекрасный сад, Ясир. Видимо, ты посадил в нем большую часть овощей и фруктов. Как же тебе удалось это сделать, друг? Когда мы составляем план и усердно работаем над ним, мы можем добиться любой сложной цели, которая изначально казалась нам трудновыполнимой. Ты поразительный человек. Спасибо, Юсуф.
Но расскажи мне лучше, а что вы выращиваете в вашем саду? Посадили ли вы те же виды овощей и фруктов, что и мы? К сожалению, нет, Ясер. Мы с братом сажаем только один вид фруктов. Площадь нашего сада не позволяет нам посадить больше одного вида фруктовых деревьев или одного вида овощей. Маленький сад? Да, у нас маленький сад. Разве это проблема владеть маленьким садом? Нет, никаких проблем. Но это значит, что мой сад лучше, чем ваш. Это понятно из твоих слов, даже если я и не видел его лично. Ясер, у нас что, конкурс на самый большой сад? Чтобы ты говорил мне такие слова? Конечно же нет, друг. Я просто горжусь тем, что наш сад лучше и больше, чем ваш. Не более того. Но ты можешь попросить своего отца, чтобы он как-нибудь постарался расширить площадь вашего сада, чтобы он стал таким же прекрасным, как наш. Самообольщенный надменный гордец. Все, я ухожу. А? Подожди, Юсуф, почему ты обиделся? Ты спрашиваешь меня об этом после всего, что мне сказал? Прошу тебя, Ясер, больше не звони мне и не зови к себе в гости. Или точнее, в твой большой умопомрачительный сад. О, что же я наделал? Видимо, я нечаянно обидел его. О, и как же мне теперь поступить? Я позвоню Мактубу, чтобы рассказать ему о том, что произошло. Мактуб, как дела? Я сейчас к тебе приду. Дело безотлагательное. Буду у тебя через несколько минут. Это все, что произошло между мной и Юсуфом, Мактуб. Думаешь, я разозлил его своими словами? Думаю ли я? Ты до сих пор сомневаешься в том, разозлил ли ты его? Конечно же, ты рассердил его такими словами. Ты выглядел высокомерным, Ясер. Ты пытался показать ему, что твой сад лучше, чем их, как если бы это был конкурс на лучший сад, в котором ты хотел бы выиграть. Видимо, ты прав, Мактуб. Ясер, Аллах создал нас равными. Самый близкий из нас к Аллаху – это человек с наибольшей богобоязненностью и верой, а не тот, у кого больше имущества и влияния. Все блага этого мира, приходящие и настоящую пользу нам принесут исключительно праведные дела. Аллах распределяет свои милости среди рабов. Ты владеешь садом, который больше, чем сад Юсуфа. Но ты также прекрасно знаешь, что у Юсуфа дома такая библиотека, какой у тебя нет. Но он никогда не стыдил и не попрекал тебя за это. И все мы люди – рабы Аллаха. Мы живем и умираем. Так зачем же тогда проявлять высокомерие друг перед другом или показывать другим, что они чем-то хуже нас? Я прошу прощения, Мактуб. Ты не передо мной извиняйся, Ясер. Ты не меня обидел. Давай лучше пойдем к Юсуфу, чтобы ты извинился перед ним. Ты думаешь, он простит меня, Мактуб? Конечно. Вы с Юсуфом близкие друзья. Мы как родные братья, а не просто друзья. Аллах знает, что Юсуф для меня как брат и никогда не был обычным другом. Знаю. И будь уверен, что у Юсуфа к тебе такие же чувства. Как только ты извинишься перед ним, он забудет то, что произошло, и простит тебя. А сейчас пошли к Юсуфу домой. Пошли, друг. Прости меня, Юсуф, если я ранил тебя своими словами. Я был высокомерным и забыл, что мы друзья и братья. Я забыл, что чем бы я ни владел, это не приближает меня к Аллаху и не делает меня лучше других. И лучшие люди те, кто ближе к Аллаху благодаря своей вере и праведным деяниям. Друг мой, я простил тебя и до того, как ты пришел. Я собирался позвонить тебе, чтобы порицать тебя, упрекать и также извиниться перед тобой. Извиниться передо мной? За что? За мою вспыльчивость и резкую реакцию на твои слова. Ты прекрасный друг, Юсуф. Ну же, пожмите друг другу руки. У кого-то телефон звонит. Это мой телефон. Ассаляму алейкум. Что ты говоришь, Ахлям? Нет мощи и силы, кроме как от Аллаха. Что случилось, Ясер? Соседские кошки уничтожили наш сад, Юсуф.
Пусть Аллах заменит тебе лучшим, друг мой. Альхамдулилля, так предопределил Аллах, и Он сделал, что пожелал. Субханаллах! То, что сейчас происходит, напоминает мне историю владельца двух садов. Ты должен рассказать нам эту историю, Мактуб, чтобы я перестал думать о том, что сегодня произошло с моим садом. Хорошо, я расскажу ее вам. Владелец двух садов – это человек, который был упомянут в суре Аль-Кахф. Аллах даровал ему два красивых сада. Посередине этих садов находились виноградники, которые были окружены финиковыми пальмами, а между двумя этими садами была зеленая нива. Также между садами находились прекрасные источники. Всевышний Аллах сказал: «Приведи им притчу о двух мужах. Одному из них мы устроили два виноградника, оградили их финиковыми пальмами и поместили между ними ниву. Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между ними мы проложили реку». В один из дней владелец двух садов взял с собой одного своего верующего товарища, который был беден и не имел всего того, что было у владельца двух садов. И он начал стыдить его за бедность и хвалиться тем, что он богаче его. Аллах сказал об этом. У него были плоды, и он сказал своему товарищу, беседуя с ним: «У меня больше имущества и помощников, чем у тебя». То есть он владел большим количеством имущества, и кроме того, у него были слуги. В тот момент, когда они оба продолжали идти по этим садам, богач сказал своему спутнику: «Я не думаю, что этот сад когда-нибудь исчезнет. Нет, он будет продолжаться вечно. Также я не думаю, что когда-нибудь наступит судный час. Если предположить, что он все же наступит, то тогда я получу нечто лучшее, чем эти сады». Всевышний Аллах сказал: «Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал: „Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет, я не думаю, что настанет час. Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращению я обрету там нечто еще более прекрасное“». И его верующий товарищ ответил, порицая его и обращаясь с наставлением. Товарищ его, беседуя с ним, сказал: «Неужели ты не веруешь в того, кто сотворил тебя из земли, потом из капли, а потом сделал тебя мужчиной? Что же касается меня, то мой Господь Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: „Маша Аллах, нет мощи, кроме как от Аллаха“? Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя?» И он начал предостерегать от скверного исхода, который ожидает его в случае, если он не будет благодарен Аллаху за его милости. Всевышний Аллах сказал об этом: «А ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю, или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их». И спустя какое-то время произошло именно то, от чего тот верующий предостерегал своего неблагодарного, неверующего товарища. На оба его сада было ниспослано наказание, и ветви сада упали на трильяжи. Тогда он начал сожалеть о своем неверии и неблагодарности. Аллах сказал: «Его плоды погибли», и он стал ударять себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на виноградник, ветви которого упали на трильяжи. Он сказал: «Лучше бы я никого не приобщался, товарищи, к моему Господу. Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь самому себе». А теперь расскажите мне, чему вас научила эта история? Я убедился в том, что удел исходит от Всевышнего Аллаха. Он может как даровать что-либо, так и забрать это. Он наделяет уделом кого пожелает и не дает его тому, кому пожелает. Испытание богача заключается в том, на что он тратит свои деньги, а испытание бедняка в том, доволен ли он предопределением и восхваляет ли он Аллаха за то, что ему было даровано, даже если это нечто мизерное. Да благословит вас Аллах! Соревнование, в котором нет проигравших. Отец, сегодня у нас с Ясером выходной в школе. Мы хотим придумать для себя какое-нибудь новое соревнование. Отец, как ты смотришь на то, чтобы придумать для нас задание? И потом ты же будешь решать, кто окажется победителем. Хорошо. И когда вы хотите начать? Прямо сейчас, дядя.
Зачем откладывать? Хорошо, ладно. Я хочу, чтобы вы оба поискали историю о несправедливом правителе с одним из пророков. Потом вы расскажете мне эту историю и поясните, каким был конец этого несправедливого правителя. И как Аллах наказал его за несправедливость и неверие. Кто лучше расскажет историю, тот и выиграл. Ну что скажете? Я согласен. Я тоже согласен. Чего вы ждете? Идите и не теряйте мое время и ваше. У вас есть всего 2 часа. Именно столько будет длиться это задание. Отец, но это очень мало времени. Юсуф, это еще один вызов для нас. Мы должны найти историю и усвоить ее за такое короткое время. Я думаю, дядя, что смогу это сделать. А ты, Юсуф, сможешь? Я сомневаюсь в этом. Конечно же, я смогу, друг мой. Давай, идем. Что ты ищешь, друг? Я ищу историю несправедливого правителя с одним из пророков Аллаха. И я хочу узнать, каким был его конец, и как Аллах наказал его за его несправедливость и неверие. Почему ты не сказал мне об этом с самого начала? О, Мактуб, у нас что-то типа соревнования. Если ты поможешь мне понять историю, это будет расценено как обман. А я хочу выиграть в этом соревновании честно. Молодец, друг мой. Да благословит тебя Аллах. Но скажи мне, с кем ты соревнуешься на этот раз? С моим и твоим лучшим другом. Ты имеешь в виду Юсуфа? Да. А почему он тоже не пришел ко мне в библиотеку, чтобы искать здесь историю? У него же есть своя библиотека. Ты что, забыл, Мактуб? Нет, я не забыл. С тех пор, как Юсуф основал свою библиотеку, он очень редко меня навещает. У тебя есть какая-нибудь идея, что бы могло заставить его постоянно приходить в мою библиотеку, как он делал это раньше? Ага, нашел. Идею? Нет, историю. И что это за история? История нашего господина Ибрагима, мир ему, с Немрудом. Мактуб, я возьму книгу с собой домой. Завтра верну. А почему бы тебе не прочитать ее здесь? Я хочу очень внимательно ее прочитать, а у тебя в библиотеке сегодня слишком много посетителей. До встречи. Да хранит тебя Аллах. В моей библиотеке всегда много читателей. Я непременно найду подходящую историю. Вот, Ибрагим, мир ему, с Немрудом. А это Муса, мир ему, и фараон. Какую из этих 2 историй ты выберешь, Юсуф? Я выбираю историю Ибрагима, мир ему, с Немрудом. Ну что, вы закончили подготовку? Да, отец. Я готов, дядя. Хорошо. Ладно. Кто из вас хочет начать? Начинай ты, Ясер. Да нет, давай ты, Юсуф. Что это? Раньше я не замечал между вами такой взаимопомощи. Ну ладно. Я буду решать. Ясер, начинай ты. Расскажи мне историю, которую ты нашел. Я подготовил историю Ибрагима, мир ему, и Немруда. Что? Что случилось, Юсуф? Я подготовил ту же самую историю, отец. Ясер, почему ты ее выбрал? Странный вопрос. Это я должен тебя спрашивать, почему ты выбрал эту историю. Конечно же, Мактуб сказал тебе, что я буду рассказывать ее, и ты решил, как всегда, мне подражать. Я никому не подражаю. Нет, ты подражаешь мне, Юсуф. Успокойтесь, успокойтесь, дети. Раз уж вы выбрали одну и ту же историю, что вы скажете на то, чтобы вместе рассказать мне эту историю? А в чем тогда будет заключаться соревнование, отец, если мы будем рассказывать одну и ту же историю? Это соревнование будет необычным. Вы будете соревноваться не друг против друга, а вместе. Я не понял, дядя, поясните подробнее. Соревнование будет состоять в том, что вы оба вместе будете пересказывать эту историю.
Отец, как ты выберешь победителя, если мы будем помогать друг другу в этом соревновании? В этом соревновании или вы оба выиграете, или же вы оба проиграете. Ну что, согласны? У меня нет другого выбора, я согласен. Я не хочу, чтобы мои труды были потеряны зря, я тоже согласен. Хорошо, хорошо. Давайте, начинайте. Начинай ты, Ясер. Спасибо, друг. Вот это и есть командный дух, который я всегда хочу у вас видеть. Давайте, поразите меня своим пересказом этой истории. Нимрут считается одним из наиболее жестоких и деспотичных правителей, которые когда-либо правили на Земле. Он заявлял о своей божественности и возгордился перед своим народом. Его история передается в благородном Коране в суре Аль-Бакара. Всевышний Аллах сказал: «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрагимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство?» Ибрагим сказал ему: «Мой Господь тот, кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрагим сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. История Нимруда с пророком Ибрагимом, мир ему, заключалась в том, что Ибрагим, мир ему, поспорил о том, кто оживляет людей и умерщвляет. Нимруд сказал ему, что у него есть способность умерщвлять и оживлять. К нему привели одного человека, он убил его и сказал, что таким образом он его умертвил, а другого оставил в живых. Таким образом он якобы дарует жизнь. И пророк Аллаха Ибрагим, мир ему, сказал Нимруду: «Аллах сотворил мир так, что солнце восходит на востоке. Можешь ли ты сделать так, чтобы оно взошло на западе?» И тот возгордившийся правитель был потрясен таким вопросом и пришел в замешательство. Несмотря на это, Нимруд и далее показывал свою гордыню и решил сразиться с верующими, выйдя во главе огромной армии. Тогда Аллах наслал на Нимруда и его армию москитов. Москиты пожирали их плоть, и никто из них не остался в живых. Таким образом, победа была за религией Аллаха, а в кончине высокомерного Нимруда – назидание для каждого возгордившегося тирана. Прекрасно, прекрасно. А сейчас расскажите мне, какие уроки можно усвоить из этой истории? Чем бы человек ни владел, он ничего не может противопоставить мощи Всевышнего Аллаха. Каждого, кто не признает это и возгордится, будет ожидать прискорбный конец, и он станет назиданием для тех, кто способен воспринимать назидание. А сейчас я объявлю результат. Ну что, отец, мы выиграли это соревнование? Да. Ах, друг, это первое соревнование, в котором мы оба выигрываем. Правду говоришь, в этом соревновании никто из нас не проиграл. Личность, которая нравится Мактубу. Эх, друг мой, как же мы проведем этот выходной после того, как отменили экскурсию? Даже не знаю, Ясер. Я и представить не мог, что экскурсию отменят за час до ее начала. Может, пойдем к Мактубу, чтобы он предложил нам сделать сегодня что-нибудь полезное? Думаю, это удачная идея. Мактуб прекрасный друг, и у него такие же прекрасные идеи. Хорошо. Пошли, друг. У вас отменили экскурсию, и вы хотите, чтобы я придумал для вас какое-нибудь полезное дело, которое в то же время приносило бы радость. Давай же, Мактуб, думай быстрее. Что с тобой случилось? У тебя иссякли идеи? А, Юсуф, потерпи. Может, он расскажет нам свою идею через пару дней или пару лет. Давай же, Мактуб, поспеши. Ты что, будешь всю жизнь думать, как нам провести этот выходной день? У меня нет новых идей. Но что вы скажете на то, чтобы все мы собрались сегодня в саду, поиграли и повеселились? Несмотря на то, что это не новая идея, мне кажется, будет весело собраться вместе. Приемлемая идея. Может, назначим нашу встречу в саду вашего дома, Ясер? В 5 часов. Вы согласны? Подходящее время? Я согласен. И я тоже.
А сейчас наступило время игры в вопросы. Я начинаю. Давай, Юсуф. Скажи, какой у тебя любимый вид спорта? Баскетбол, друг мой. Но ты же плохо играешь в баскетбол. Да, это мой любимый вид спорта, потому что я им не занимаюсь, и мне не нужно прилагать в нем каких-то усилий. Мактуб, расскажи о какой-нибудь личности, которая тебе нравится и от которой ты научился чему-то полезному. Это мудрец Лукман. Мудрец Лукман? Почему вы так на меня смотрите? Сегодня мы просто играем и веселимся. Я пришел сюда не для того, чтобы рассказывать вам истории. Видимо, вы настаиваете. Хорошо, я расскажу вам, кто это. Мудрец Лукман. Лукман был мудрым человеком. Он упомянут в Коране, и целая сура была названа его именем. Наставление Лукмана – это одна из историй в Коране, посвященная мудрости Лукмана, которую даровал ему Аллах. Всевышний Аллах говорит: «Мы даровали Лукману мудрость. Благодари Аллаха. Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе. А если кто не благодарен, то ведь Аллах богатый, достохвальный». Лукман женился, и у него родились дети. Когда его старший сын подрос, он дал ему некоторые наставления. К ним относилось наставление о таухиде, единобожии и искренности перед Аллахом. Когда Аллаху никого не предают сотоварищи. Также он дал ему наставление о почтительном отношении к родителям. Даже если оба они совершают ширк, следует относиться к ним с добротой. Также следует быть убежденным в том, что удел и власть находятся в распоряжении одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Кроме того, он завещал ему повелевать одобряемое и запрещать порицаемое, а также проявлять скромность в отношениях с людьми. Вот бы мы жили во времена мудрого Лукмана. Мне кажется, одна из прекраснейших вещей, которую он заповедовал своему сыну, это повеление одобряемого и запрещение порицаемого. И не забывай, Ясир, про почтительное отношение к родителям. Довольство родителей – это великая милость. Их довольство указывает на довольство Аллаха Азза ва Джаль. Это правда, Юсуф. А ты, Мактуб? Не знаю, как тебе это сказать. Но ты один из лучших и прекраснейших друзей в нашей жизни. Моя обложка! Мои страницы!